Всем доброе утро! Доброе утро! Утро прекрасное. Я сегодня, видите, в платье. Красивое. Да? Чего за? Короче, я не пила. Что ты хочешь? Мы встали попозже, чем... Запуталась уже куда. Сейчас попозже, сейчас покушаем. И у нас сегодня будет экскурсия сафари. Да, нам должны приехать. 12 часов. Вот у нас будет... Надеюсь, я вам больше аварий попадет. Короче, пошли мы сейчас позавтракать. А чем же нас сегодня будет почивать? Я там, кстати, сейчас заметила, прикиньте, мед. Мед, соус. Так, давай я вот тарелочку, так сказать. А ты мне тоже будешь подкладывать. Что у нас, колбаса говяжья? Не, не хочу. Я вообще хочу сегодня что-то, знаете, по-легкому. Потому что что-то так вчера обожралась, мне так тоже. Тяжело было. Ну, говорю, вчера Вована вытащила. Вот. Это перец крутой. Вчера Вована вытащила. Говорю, пойдем гулять. Картошка. Картошки не хочу. Так, куриные сосиски. Что у нас здесь еще? О, кускус. Слушайте, мне очень понравился кускус вчера. Я вот хочу дома такой же готовить. Попробуй кускус, Вов. Ну, просто попробуй. Мне очень понравился. Я только не знаю, как его готовить. Девочки, напишите мне в Инстаграм, кто знает, как запаривать кускус. Он мне очень понравился, как, знаете, как гарнирчик. Тоже помидорочку кинь. Удобно. Пожалуйста. Вот помидоры, кстати, они здесь хорошо готовят. Вот в Турции почему-то плохо они помидоры готовили. Ой, фасоль. Фасоль мне. А это вот что такое? Фасоль. Гриб с овощами. Гриб с овощами. А, тут, короче, всю фасоль уже выбрали, да? Ну, короче, чуть-чуть. Чуть-чуть попробуем. Тихо, аккуратно. Так, французский тост мы поднимем. А, здесь, наверное, это запеканка, да. Она вкусная, да, мне она нравится. Почему-то они ее называют французский тост. Не знаю, почему. Пошли, пока там это есть, микс. Все, пойдем. Микс, пойдем. Так, вафельки, смотри, все, панкейки. Полно всего. Что-то тут было. Обоище. Как он не делает. Делает там красиво. Красота. Можно, видите, миксы всякие с перчиком. Thank you. Красота. Спасибо. Спасибо. Все, больше ничего не хочу. Вот чуть-чуть. По чуть-чуть. Вот у меня такой, знаете, как английский завтрак. Ребята, смотрите, как красиво. У них здесь даже мед сота. Вообще супер. Вот это говорит, что есть нечего. Стекает красиво. Красота. Не, молодцы. Здесь питание очень хорошее. Мне прям очень нравится. Колбаска тоже всякая разная. А водичку взял, молодец. А вот это вот лимоны, я так и не поняла. Что за лимоны с перцем маринованные такие? Непонятно. Да, он соусы всякие разные. Да, да, да. Да, на любой вкус. Все, я вам тут себе взяла буквально два кусочка сыра. И все. И мне очень нравится здесь, знаете... О, кстати, смотрите, видите, может тост сделать. И сладости на завтрак. Мне очень нравятся здесь булочки с корицей у них. Классные. Вот, они прям вкусные. Ну что, приятного нам аппетита. Вот, набрала кое-что. Нам тоже. Да? Да, и вам, и нам. Вот, булочек тут сок обнаружил. Где-то теперь таскает. Ну, в принципе, я взяла не так много, как вчера. Вчера что-то мы вообще прям переборщили. Особенно на ужин. Что-то мы так много всего жрали. Я прям не могу. Девочка, любил? Там столько устал было. Ну да. Я вчера даже вытащила Вован на прогулку. Говорю, пойдем расхаживаться. И в противном случае мы тут с тобой там вернемся. Я 200, ты 150. Пока-то я 199. Обрать, чтобы я был 150. Вов, ну пока-то я 199, а ты 148, понимаешь? То ты, да. У тебя рост? Я рост. Очень вкусный у них бекон. Я прям любил в этот кускус. Ты зря не пробуешь кускус. Я тебя буду дома им терроризировать. Кстати, прикольно такая там с фасолькой. А-ля с кетчупом. В общем, у нас сегодня экскурсия. Надеюсь, мы так нормально там покатаемся. Будет хорошо. Меня тут девушка одна попросила. В Инстаграме, кстати, написала.
говорит, что Нина, сравните, пожалуйста, куда лучше ехать, Турция или Египет. Знаете, честно, пока что не могу сказать точно, потому что мы в Египте как бы еще не до конца, то есть еще даже на экскурсиях не были, вот. Поэтому, в принципе, знаете, на самом деле, мне кажется, Египет и Турция, ну, если что, потом, может быть, я дополню свое сообщение. Мне кажется, в принципе, одно и то же. Это такое, знаете, раньше было бюджетное направление, сейчас это уже не бюджетное направление. Далеко. Да, но многие его выбирают из-за того, что легко лететь. Это раз. Из-за того, что здесь all inclusive, потому что многие люди не хотят париться по поводу еды, искать ее даже. То есть, ну, не то, что готовить, а просто искать ее, хорошую еду. Кафе и прочее. Да. Ну, потому что это много. Потому что можно наткнуться на хорошее кафе. Ну, плохое. Вот. В принципе, вот Турция, например, знаете, это вот чисто вот летнее, осеннее направление. Даже вот я бы сказала, весной это не очень хорошее. Мы были весной, мы май, были... Почему? Май? Ну, май, да. Мая, да. Но вот мы были в марте. Апрель, май. Но мы были в марте холодно еще. В марте только-только начинается сезон, еще не все отели открыты, да, а уже где-то к концу апреля, в начале мая, да. Вот. Египет считается круглогодичным направлением. В принципе, да. Ну вот мы сейчас находимся в Кургаде. Вот. И тут, знаете, очень ветрено. То есть вот когда спишь, вот, например, постоянно слышны завывания ветра. Не всегда, правда, но тем не менее. Девушка меня спрашивала. Нина, вот когда выходите из воды, еще другая. Говорит, когда выходите из воды, холодно, не холодно? Холодно. Холодно. Вот мы вчера шли, знаете, по пирсу. Мы пока шли, я замерзла. В воде, в принципе, сильный. Теплее оказалось, чем... Ветер сильный. Да. В воде оказалось даже теплее, чем вот он в воде. Не холодный ветер, но очень сильный. Охлаждает тело очень сильно. То есть прохладно. Запалять спать. Египет, на самом деле, был очень долгое время закрыт. И некоторые отели сильно испортились. У них испортился сервис, испортилось питание. Ну, суть в том, что вот я видела по обзорам других отелей. Конечно, остались отели, которые держат планку до сих пор. Это в основном сети. Да, в основном сети. Там Sunrise, Albatross. Хорошие отели. Но они дорогие. Они очень дорогие. Они, скажем так, очень небюджетные. Вот я смотрела Sunrise. Больше 100. За 100. 100, а то и 200. Да. Есть неплохие отели, например, Сахаль-Хашиш. Пирамиса. Да? Пирамиса, Сахаль-Хашиш, да. Отчум. Сейчас называется. Он сейчас называется. Он такой, как у нас. Это у нас называется Тропитель. А есть Макади Пэлэс, по-моему, тоже недорогой. Вот. В общем, в принципе, есть бюджетные отели с неплохим и питанием, и обслуживанием, и сервисом. Вот, пляжем. Но, опять же, понимаете, если вы очень привередливые, может быть, что-то вам не понравится. Вот, скажете, ой, там есть нечего, да? Или что-то дешевое. Да. Вот, в еде будет. Что-то соевое, больше всего. Как мы были в тройке. Да, в тройке прям вообще, да. Но, опять же, нужно понимать, какие деньги вы платите. Если вы платите 150-200 за Египет, у вас будет все хорошо. Если вы платите, там, не знаю, 70-80? Нет. Ну да, 70-80 или вообще там 20 тысяч на двоих за 5 ночей. А такие цены тоже есть. Да. Из Москвы, в основном, правда. Не блин, ожидать, что там будет прям нет, вау. Вы можете ожидать максимум перелет нормально. И то. Вряд ли. А все остальное, знаете, борьба за выживание. Начиная с еды, скорее всего, очереди и прочее. Так что... Тут дело такое. Цены тут тоже очень резко выросли. Да. Цены действительно очень выросли. Особенно в туристических. Да. Вот манго вчера покупали, например, да? $4.5. Кстати, так вообще не съели. Вот. Еще там что?
у нас было. В общем, выбирать, какое направление, Турция или Бьюда. В Турции сейчас холодно. То есть, вот, например, ноябрь-декабрь, в Турции уже холодно. Вот мы были в ноябре, мы были в Турции в марте, мы были в октябре, мы были в сентябре, и мы были вот в ноябре. То есть, в принципе, летом мы никогда не были. Ни в Турции, ни в Египте. В Египте вообще летом очень жарко, до 45 градусов. То есть, по сути, везде пустыня. И только там, где отели, тут облагорожено. Тут и пальмочки, и растительность, и так далее. А буквально выходишь, там, где нету этих отелей. И там или просто... где строится отель. Да. Брошенный. Там вот просто видишь, насколько природа, она бедная. То есть, ну, ни единой травинки, ни единой растительности. Вообще. Вообще. То есть в Турции как-то там по природе худо-бедно. То есть там какая-то растительность, что-то такое есть. Вот. А тут вот вообще никак. А здесь вообще бедно. Да, поэтому что выбирать? Египет или Турцию? Знаете, тут на ваш вкус. Море, в принципе, неплохое там и там. В Египте очень хороший коралловый риф. Да? То есть те, кто умеет плавать, не то, как я, те, кто любит с маской понырять, там будет прям в кайф. Вот, нужно быть осторожным, можно пораниться. Да. Ну, кстати, если сегодня экскурсия пройдет хорошо, я хочу взять сегодня экскурсию в Батискаф. Ну, чтобы прям это, знаете, если не понырять, то хотя бы посмотреть. Вот. Так что развлечения, в принципе, есть. Сервис, правильно, вот, анимации, тогда, кстати, вчера сходили еще на экскурсию. Фу, не на экскурсию, а кафе. Короче, в бар. Вот. Ну, что там такая, знаете, стандартная. То же самое, что в Турции. Да, вот один в один. Даже музыка та же самая. Алле-алле-алле-алле-алле-алле. То есть на всех поднимается, танцует, даже танцует, он говорит, одинаково. Возможно, кстати, аниматоры из Турции перебрались в более теплый Египет. Так, как вариант. Ну, в общем, в принципе, два направления достаточно идентичны. Турция, понимаете, она чуть выше сервиса, потому что, по сути, она так долго... Что ты взяла? Если бы какие-то еще такие интересные вопросы, пишите нам в Инстаграм, ссылочка в описании. Вот. Подписывайтесь на него. Я постараюсь обязательно в следующий выпуск ответить. Вот. Но, кстати, знаете, все сделаю вывод такой, что если посмотреть все наши выпуски из путешествия одного нам, да, для Турции, там, или Египет, вы получите всю информацию, которая вам нужна. Потому что мы как-то, вот, знаете, ее концентрируем, то есть там ля-ля-ля-ля-ля. Ну вот, да там какую-то информацию получили, сказали. Получили, сказали. Так что смотрите нас внимательно. И нам, честно, нам не жалко поделиться информацией. Все, что знаем, все расскажем. За нами не заржавеет. Мы еще те паблики. Все дадим. Ну, я просто такой человек. Я по поводу того... Не могу промолчать. Где лучше Турции или Египет, это все относительно. Ну, скажи, да. Кому что нравится, это раз. А во-вторых, стряп какой это время года? Ну, да. Не, зимой однозначно Египет. Вот именно такой, знаете, Новый год. Нет, Турция тоже, в принципе, тепло. Но днем там уже в куртках надо ходить. Мы просто вот были в Марсе, мы прям ходили днем в куртках, потому что холодно было очень. Здесь 27 градусов, ты спокойно ходишь. 24. Но, тем не менее, некоторые ходят в куртку. Да. Не, ну... Тогда же ветер сильный, реально. Как мне, кстати, тоже сегодня написали. Говорят, Нижний Новгород, там снега валило. Снег, да. Там это переживает Нинечка. А здесь вы это... Передавали, там, потому что... У нас снега навалило. Этот месяц будет северный. Да. По всей России. Мне говорят, целый день, говорят, снег. Да. А к выходным, говорят, это мороз будет такой, да, сильный. Минус 14. Да, посмотри, да, там минус 15. Говорят, что Нина, мы переживаем за вас, то, что это. Вы приедете, контраст будет очень сильный. А вы легко оделись. Не, нормально. Чего? Спасибо легко? Большое, что переживаете. Все будет хорошо. Там будет минус 4, когда мы прилетим. Ну да. Хоть снег, но тем не менее. Ну а так сразу с корабля на бан. Сразу в таксишку.
До дома, до хаты. Что-то хочу сейчас ходить, все-таки, может быть, Арафат какие-то взять, расторговаться. Ну, как-то, блин, знаете, вообще, по 10 долларов. По 10 арафатки. Надо, ну, по 5, он сказал, по 5 и по 10. Да на самом деле нам эти арафатки нужны на один раз. Да. Просто завязать лицо от ветра, и поиска, все. На, по сути, идти по 2 доллара с этим. Ну, все равно, говорю, выкрыть там что получше, и все. А у меня там всего 2 их. Да? Да. Драны. Остальные разобрали. Я, походу, специально сам подрал, чтобы брали вот эти по 10. По 5 и по 10. Ну. Ну, в принципе, как я тебе вчера я читал, там, типа, если брать что-то, там хлопок – это хлопок. Господи, я тебе говорю, у меня дома есть такая одна арафатка, я это девчонка покупала. Когда забыла ее взять. Что она здесь стоит от 1 доллара до 3 в городе? В городе? Не, вообще имеется в виду не в отелях, которые это магазинчики, а которые вне отеля. Вот как ты вчера брала там, где этот манго. Рядом был этот маленький. Возможно, там были. Мне дешевле. Кажется, с манго меня обманули. Точно, ну как-то дорого. Сейчас везде цены выросли. Ты, блин, сама я дал кофе с алкоголем 1600. Ой, вообще. А. Мы вчера взяли кофе, капучино. Ну, уже вечером. И отдельно взяли ром. Да. 50 грамм. Просто это, добавили в кофе ром. Вот, вот вам кофе с алкоголем. Да. Но только не за 350, а бесплатно. Ну. В all inclusive. Ну да. Ой, слушай, нормально. Сейчас не обожралась? Нормально. Неплохой, кстати, сок. Кислый, правда, надо пить. Не хочу. А мат кислая. И апельсины были. Ой, а у меня чай этот красный. Кое сделали. Красный. А мы вчера, когда мы забрали, апельсин? Вчера или позавчера? Короче, апельсины здесь вкусные. Очень-очень-очень. Кстати, тоже вчера Вовчик читал, что привезти из Египта. Чай каркаде очень советую. Манго. Там всякие статуэтки. Не каркаде. Лемонграссовый чай. Лемонграссовый? Да. Он продается только на рынках. А, кстати, в чай это вы что, где находится? Что, чё? Чё? Шоколад. Чего-чего? Я не слышу тебя. Далеко. Там, оказывается, рынок из 2 частей. Стакан. Вот. Не загораживаем. Там, оказывается, есть в основном рынок продуктовый на направленность. Будь здоров. Вот. А через дорогу вторая как бы часть рынка, где сувениры всякие. Это прикольный чай. Продаются. Это где? Это про что-то? Здесь. Пургайте. Не, мне там прислали, что этот, съездить на рынок, морепродукты. Это рынок один. Один и тот же рынок. Да? Да. Потому что он в основном он продуктовый, а не рыбный. Просто продуктовый, там все. Только и есть там какой-то, как отдел или что ли там, ну, вот, где рыба. Я тебя понял. Вот. А еще есть рядом с этим же рынком сразу, еще сделали этот, где продают сувениры. Давай съедем на рынок. Дату, например. О. А батиска кофе завтра взяла. Как тебе идея? Кстати, насчет батиска, вот там ты на корабле выходишь в море, там есть возможность и покупаться, порыбачить и прочее. И лодка там с глубоким дном, на 4 метра уходит нос. То есть она там стеклянная. Там как раз вот можно посмотреть рыбу. Считай, у тебя сочетание 2 в 1. Ловишь рыбку и видишь смотрю. Какую, да? Я тебе говорю, вот нас и сдуло все эти полотенца. Но
Мы сегодня встали, у нас полотенце все. Ну, они уже высохли. Когда ветер дать дуло, они высохли. Дом сдуло совсем. Ладно, хоть не блин туда вниз сдуло, да, а да, я тоже на подумал. Балкон. Хорошо, что в нашу сторону. А там, может, я их вешал, это больше на нашу сторону. Ну, в целом, я, кстати, очень довольна, знаете, выбором отеля. Хороший отель. Я прям не пожалела. То есть мы прям настойчиво именно туда. Вот эти пидасы деньги вернул. Так что все хорошо. Уже плюс. Я все. Программа закончена. Ну что-то, знаете, вот честно, мне как-то all inclusive уже надоело. Я хочу борьбу за выживание, я хочу искать еду. А не отбивать ее. На пенсию давай. Идти. Да. Ну ладно, поговорим с вами об этом в следующих выпусках. Ну сегодня все. Увидимся сегодня еще. Так что, если хотите получить полную информацию, не забывайте на нас подписываться и смотреть каждый выпуск. А мы вас любим, целуем. Всем спасибо, всем пока.